деньги любят. Тяжело. Нет, это счастье любит тяжело. А деньги любят счет. Тихое счастье психологам, а счет денег – экономистам. Предновогодний день открытых дверей в алтайском филиале РАНХИКС собрал в академии свыше 300 будущих абитуриентов. Для школьников и их родителей были созданы 5 площадок по основным направлениям обучения, где сотрудники вуза рассказали о карьерных возможностях и условиях поступления. Я в этом учебном заведении сама была, наверное, года 2 назад на семинаре. И мне понравилась атмосфера, понравилось мероприятие, оно было просто проводилось на базе данного заведения. И меня произвело прям огромное впечатление. Захотелось, чтобы сын здесь учился. Но это пока мечта. Ради того, чтобы познакомиться с мечтой поближе, в академию пришли и другие гости. Для них преподаватели и студенты подготовили квесты. Школьники участвовали не только в экскурсии и работе фотозон, но и узнавали тонкости обучения. Например, составляли психологические портреты и фотороботы, а некоторые пытались определиться с будущей специальностью прямо во время мероприятия. На самом деле я сейчас немного скитаюсь от кинооператора, но это все равно, и до журналистики я даже доходила, но как раз так как связано это все с медиакоммуникацией, с видеосъемкой, монтажом, мне это все-таки ближе, и я думаю, творчество дает мне больше возможностей. Помимо творчества, больше возможностей дает и качественное образование, говорят в академии. Для этого здесь ежегодно обновляют программы обучения, повышают квалификации преподавателей, среди которых немало практиков, а также дают возможность студентам познакомиться с профессией изнутри еще во время обучения. У нас достаточно налажены связи с большим количеством структур и органы власти, бизнес-сообщества. Активно берут наших студентов на стажировку, на практику и, естественно, трудоустройство. Трудоустраиваются по профессии, по данным учебного заведения, более 90% их выпускников. А те, кому лишь предстоит стать студентами, на дне открытых дверей смогли познакомиться с внутренним устройством своей будущей альма-матер. А это значит, что учиться в дальнейшем будет интереснее и проще. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.